Я долго молчал. Привет. Я наконец-то нашел ответ. Что для тебя любовь? Неожиданный был вопрос. Наверное, я лишь сейчас дорос и готов отвечать. Для меня любовь — это промолчать, когда очень зол. Когда посреди ссоры захотел уйти, но не ушел. Это если о составляющих мелочах. Сюда же. Желание обнимать. А вообще любовь — это страх. Страх потерять. Любовь не имеет прошедшего времени и не является для носителя бременем. Любовь — это когда обычные местоимения, типа «ты» или «мы», наделяется сверхзначением. Я люблю тебя. Без всякого сомнения.